1 февраля заканчивается срок подачи заявлений на прохождение единого государственного экзамена. В документе можно указать любое количество предметов. Два – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы по выбору. Они важны в первую очередь для тех, кто желает продолжить обучение в ВУЗе. После обозначенной даты заявление принимается только по решению государственной экзаменационной комиссии при наличии уважительных причин и не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменов. Мы закроем базу данных на 1 февраля. Сейчас вот завершают выбор предметов выпускники 11 класса. Самое главное, что наши выпускники уже все справились с первым этапом, написали сочинение и изложение. Это было первым условием допуска их в государственную итоговую аттестацию. Теперь очень важно успешно завершить учебный год и получить уже теперь допуск в целом государственной итоговой аттестации.